Добрый день! Сегодня я расскажу вам и покажу, как можно почистить кондиционер просто ирригатором. Обращаю внимание, что этот способ немножко небезопасный, потому что здесь все находится под напряжением. Как правило, с одной из сторон находится у вас вся электроника. Она, конечно, влагозащищенная, но лучше сюда вот жидкость не направлять. Поэтому этим способом можно чистить те части, которые удалены несколько от электронных компонентов. Значит, самая грязная часть – это вращающийся барабан в таком вот кондиционере. Значит, с левой стороны я уже почистил, и сейчас почищу с правой стороны. Потребуется ирригатор. Вот, ну, можно с обычной водой, без моющих средств. Можете даже полностью его не заполнять, там половина даже потребуется. И какая-нибудь емкость, в которой будет сливаться жидкость, вот, чтобы она у вас не закапала, не запачкала стену. Итак, давайте начнем. Сейчас я сначала здесь включу. Старайтесь, чтобы вы стояли на устойчивой поверхности. Вот, вот у меня пошла жидкость. Я направляю ее сюда, на работающий кондиционер. Вот начинает все это выливаться, вся грязь. Собственно говоря, это первая часть. Сейчас я еще поближе вам покажу, какая же здесь жуткая грязь у нас. Вот, смотрите, сколько грязи в кондиционере. А вот это все из него вытекло.